Папа, что это? Мамочки, мне уже страшно. Это зайчик? Я играю с сыном говна. Пишет, ты дебил, террорист. Нет. Алло, я Вера. И сегодня мы рисуем и угадываем. Подписывайся, чтобы не пропустить все самое интересное. И погнали. На моем компе уже запущена прикольная игра на одном сайте. И называется она Крокодил Онлайн. Сайт я оставлю в описании, так что вы можете рисовать со мной в следующий раз. Я уже играла в эту игру, и вам очень понравилось. Видео ты можешь посмотреть вот здесь. Ну и давайте я вам уже покажу, как нужно играть и что нужно делать. В общем, здесь есть такие персонажи. Нужно выбрать одного из них. Мне кажется, больше всего на меня похожа вот эта девочка, злая пеночка. Но я ее переименую в Алоэ Вера. И уже давайте начнем играть. По ходу дела разберемся. Здесь появляются сразу несколько игроков, которые играют со мной и попробуют угадать, что нарисует один из них. И окно ниже, здесь можно писать свои версии. Что это такое? Мне кажется, что это дерево? Бревно, нет? Можно писать кучу вариантов. Ответ, господи, что это? Это обезьяна. Коала. Черт, нет! Давайте дальше. Со мной играет дочь олигарха. Так, круг. И внутри круг, и что-то закрашено. Может быть, это мяч? Алло, Вера, привет! А, меня узнали! Тарелка, блюдо. Ну, похоже на тарелку, да? Подождите, это космос. Нет, это небо, это ночь. Нет, нет, Венера. Ну, космос уже был. Луна, может быть? Может быть, это луна? Синяя луна, ну что такое? Черная дыра, не знаю. Планета. Солнце. С, Меркурий, Марс. Что? Сатурн? Есть! Я угадала! Не только меня узнали, но и я угадала. Так, супер! Так, что это? Что это за... Мне это напоминает стул, стол. Что? 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 А, это может быть шкаф? Комод? Секретер? Я не знаю, что это. Тумбочка? Стеллаж? Так, ладно, это что такое? Тостер? А, я поняла. Кухня. Эй, меня уже кто-то опередил. Ну, а что это за пятно такое? Так, а это что? Завтрак? Кофе? Нет? Алло, Вера самая активная, очень ненормальная просто. Все пишет, пишет. Господи, а это что такое? Мамочки, мне уже страшно. Это зайчик? Может быть, это прятки? Предметы. Зайка. Детская. No idea. Что это? Может быть, это какая-нибудь игровая? Ой, а игровая? Игры, нет? Машинка. Ну, тут явно не машинка рисовалась изначально. Нет, нет, я не понимаю. Что это? Ну, уже скажите ответ, ну, пожалуйста. Ну, а, может быть, это комната? Спальня. Что это такое? Лампа, люстра. Я не понимаю. 1Б, 2А. А, может быть, это класс? Школа. Детский сад. К6, 1Б, 2А, Д4. Все, сейчас мы узнаем, что же это такое. Бардак. Это слово бардак. О, я играю. Я рисую. В общем, я выбираю самые сложные слова и буду пытаться рисовать их, потому что с простыми неинтересно. Ну, амнезия же, простое слово, да? Я выбираю ущелье. Это типа гора. Это типа горы такие я рисую. Ля-ля-ля-ля. И значит вторая гора. А вот здесь вот, вот эта вот штука, это ущелье. Такое. О. Да, круто! Сразу угадали, все понятно объяснила. Супер! Так, это шапка. Маг, шляпа. Снеговик, может быть. Тролль, гном, ведьма. Кто это? Давай уже. Дворник, подарок. Мамочки. Робин Гуд. Напишем одно слово. Лучник. Блин, я почти написала! Да, я играю снова. И самое сложное слово это сидр. О, господи. Ладно. Это такой напиток, значит. Вот тут вот кружка. Оп, оп. Что, где люди-то? Вот здесь такой желтенький напиток. Да, только здесь типа на яблочко. Очень весело, мне нравится. Давайте играть еще. Я хочу еще рисовать. Еще больше рисования.
Ой, он так прикольно рисует. Это типа волосы, наверное. Рисует штрихами. Мне кажется, он не мышкой рисует. Мышкой бы так не получилось. Что прикольно рисует. Я думаю, это волосы. Девочка. Коса. Косы. Косички. Прям очень даже неплохо. Челка. А это что? Ну, сейчас вообще ничего не понятно. Шуба. Я написала «Грусть, тоска». Но он написал там, нарисовал улыбочку такую вниз. Ничего не понятно. Что это? Это глаз он сейчас нарисовал или очки, девочка? Печаль, плач, слезы. Может быть, обида, расстройство. Ой, расстройство. Разочарование. Я не понимаю. Сколько времени осталось? Минута 58 еще. Мне кажется, он будет рисовать до последнего. Не понимаю. Эмма. Да, это Эмма. Стопудово. Пишет, ты дебил. О, господи. Там можно еще прозрачность кисти поменять. Тьма. Это была тьма. Играть еще. Есть, я рисую наконец-таки. И, боже мой, как показать слово штаб. Ладно, угадываем. Ой, угадываем. Рисуем самое сложное слово. Это слово 5 звезд. И это штаб. Я без понятия. Ну давайте уже сбор комнаты. Быстрее. Быстрее. Вы готовы? Короче. Блин, очистить как? Ну ладно. Так, значит, здание. Господи, мышкой рисовать вообще не... Мне не получается. Это такое вот здание, да? Так, тут, значит, развивается флаг. Так. Это здание. Нет, это здание. Флаг, школа, коробка. Нет, это не коробка. Тут, значит, вход такой. Тут, значит, еще окошки. Я не умею рисовать мышкой. Выборы, дом. Ну, типа что-то, что-то типа, да. Ну, университет. Нет, это не университет. Ну, почти. А, можно еще, короче, военных рядом нарисовать, да? Так. Давайте нарисуем... Блин, как мне нарисовать военного? Нарисуем людей с автоматами. Универ. Нет, не универ. Иди. Божечки мой. Ой. Ну вот так. Террорист. Нет, ребята. Террорист. Нет. Нет. Это штаб. Это штаб. Ну просто военный бандит. Типа люди в черном. Армия. Ну вот что-то... Ой, нет, нет, что-то типа армии, вот давайте. Ну, тут флаг висит там, елочки растут. Да, штаб, наконец-то! Ой, это было очень сложно, очень сложно. Может, это огурец? Кузнечик. Сейчас мы тут песенку споем. Ладно, если серьезно, что это за зеленая штука? Пень? Ну, на вазу больше похоже. Пишут, вы говно! Ой, сразу дизлайк, правильно. Бутылка. Погнали дальше. О, господи, вот это вот жирненьким рисует прям. Эвелина, что это за чернь? Чернота? Земля чернота. Почва? Чернозем. Ну ладно уж, все, давай закрашим. Я была бы близко, это темнота, я сказала чернота. Ну ладно. Рисует сладкий леден. Я играю с сыном говна. Мне стыдно немножко, что меня смешат такие вещи, но сын говна, это правда очень весело. Ой, мамочки. Так, а, это бургер. Нет? Миска. Гамбургер. Это типа кунжут. Чизбургер. А что это такое? Суп. Все, еда. Ваза. Салатница. Что такое синее? А там может быть водичка. Может, это кружка? Миска, чашка. Не понимаю. Давай еще. Рисую еще. Может быть, это хлопья? Колечки. Это же типа такие колечки, которые молочком заливаются. Поставили дизлайк. Это не салат. Может быть, это розетка? А, рассольник. Да! Не, ну это было тяжело, тяжело, конечно, но ничего, мы справились сразу. Жопа. Что? Жопа, что это? Жопа, что это? В русском ругательство. А, окончание. На аж показывали. На а. Солнце. Душа. А, я поняла. Суще. Ой, просто слово и все.
Нет, я не понимаю. Если тебе понравилось это видео, смотри другие мои видео с рисованием, подписывайся на канал и увидимся снова. Пока!